Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. Здравствуй. Как настроение? Хорошо. Как тебя зовут? Соня. Очень приятно. А меня зовут Елена Вячеславовна. Я доктор-офтальмолог медицинского центра «Апрель». Я слежу за тем, чтобы у маленьких калининградцев было очень хорошее зрение. Ну что ж, давай сейчас приступим к тому, чтобы нам с тобой проверить твое зрение. Да? Да. Согласна? Снимай очки. Сейчас мы будем проверять твое зрение вот на этом аппарате. Этот аппарат называется авторефрактометр. Он служит для объективного определения рефракции. Садись, пожалуйста. Ставь сюда подбородочек. Сонечка, можешь убирать голову. Следующий этап нашего обследования. Мы сейчас с тобой проверим остроту зрения и будем подбирать очки. Хорошо? Ну что, Сонечка, приступим? Да. Давай. Бери заслонку. Закрываем левый глаз. Верхнюю строчку читай, пожалуйста, Соня. Наше обследование продолжается. Садись ровненько. Смотри на меня, пожалуйста. Теперь смотри в зеркальце. Ну что ж, Сонечка, наш осмотр подошел к концу. Сейчас я вам предлагаю пройти одну из процедур по снятию мышечного напряжения в глазу. Прошу пройти в аппаратную. Увлекаться гаджетами и можно смотреть телевизор только 2 часа в день. И тогда мое зрение будет в норме.